Добрый день! Сегодня 28 марта 2017 года. Я хочу вам прочесть стихи. На прошлом канале я делала это достаточно часто. У нас и стихи были, и притчи, и обзоры того, что я успела прочесть и посмотреть. На этом канале как-то не успеваю. Я думаю, наверное, потому что я переношу ролики. Но давайте будем возобновлять вот эти приятные моменты, которые были у нас там. Это будет у нас как молитва, которую мы будем читать для себя любимой. Одну из них я вам недавно размещала или перетаскивала оттуда. А это вот еще одна. Девочки наши подписали, наверное, под 8 марта. И я его оставила для прочтения. Спасибо большое, что вы мне такой подарок сделали. «Я люблю себя милую, нежную, озорную, немного небрежную. Я люблю себя разную-разную, даже утром с просонья прекрасную. Я люблю себя сильную, стильную, потрясающую и сексапильную, а порой серьезную, смелую, в этой жизни такую умелую. Я люблю себя всю, без остатка. Заношу все слова я в тетрадку, чтоб напомнить любимой себе, что я чудо на этой земле. Я уникальна и неповторима. Я это чувствую, это незримо. Я это знаю, не забываю. И про себя без конца повторяю. Любовь — это я. Свет — это я. Жизнь — это я. Я — свобода своя. Славная, милая, очень красивая. Я ненаглядная, просто отпадная, нежная, умная и интересная. Речь моя дивная слышится песнью. Взгляда сияния солнца лучи. В голосе ласковом шепчут ручьи. Волосы дивные, пышные, длинные, талия тонкая, словно осинная, с прошлыми мыслями порвана нить. Как же такую себя не любить? Девочки, кто еще не любит себя, выучите это стихотворение и повторяйте до тех пор, пока это не станет вашими собственными мыслями. Мы у себя одна, и если мы себя не полюбим, то кто тогда нас сможет полюбить? Пусть нас полюбит достойный мужчина. Это я говорю тем, кто пока один, а те, кто замужем, напоминайте вашим рыцарям, что им досталось вот такое сокровище. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.